Кто против, я прощаюсь с вами. После нас смотрите «Вести» и до свидания. Здравствуйте. На федеральном телеканале программа «Вести». Для вас в прямом эфире работаю я, Ирина Горбачева. Начнем с анонса некоторых тем этого выпуска. Рейс Новосибирск-Магадан с вынужденными посадками за 22 часа. На Колыму прибыл модернизированный кукурузник. О том, как звучит апокалипсис 20 века, мир узнал в новом тысячелетии. Спустя почти 40 лет композитор закончил партитуру. 20 матчей, 8 команд и только одна путевка в финал. Всероссийский чемпионат по мини-футболу завершился. Магаданская область пополнила авиапарк внутрирегиональных перевозок. Два новых самолета ТВС-2МС прибыли на Колыму.